Всем доброе утречко. Очень доброе. Очень доброе времечко. 9:10:02. Я заболела вчера. Заболела? Ну, наверное, не вчера, а еще позавчера. Вечером, как с работы вернулись. Да? Ну да. Вчера была температура 38,5 вечера. 38,2. Сейчас 38,6. Дима, 36,6. Только голова болит, нос заложен и горло болит. Хотя я постоянно пшикаю, где эта штука у меня. Она вон рядом аж лежит. Вот эту брызгалку держу постоянно. Ой, мы так быстро вышли рассказать, что, где мы. Потому что... Дома сидим. Я должна была вчера пойти в салон. На пирсинг. Вот, записана была на 15 число на 12:00. А там за сколько запись? Нет, там как угодно, я уже поменяла, да. В конце сентября. Ответили тебе? Да. Но они начинают, оказывается, работать с 11, и чат тоже у них с 11. Так что вот так вот заболели. Ну, я заболела. Не знаю, если сегодня будет хорошо, то завтра пойду на работу. Что? У меня смена завтра. И что дальше? В смысле? Ну, если у тебя что-то с тобой будет не так, ты никуда не пойдешь. Ну, если температура поднимется, то не пойду. А если, ну, 36,6, что такого, что у меня насморк? Ну, если горло, ну, что, ты опять нагуляешься температуру? Да, ну, не. Не-не-не. Того не стоит. А воскресенье у меня и так выходной. Вот. Да, у меня воскресенье выходной. Вчера еще, короче, Дима утром заказал пиццу. Я думала, самокат, а там три коробки приехали. Четыре. Еще пирог. Объелись. Я такая, это смешная. Да. Ладно. Напишу как-нибудь в Телеграм, что как по температуре. Но надеюсь, что все будет нормально. Хотя у меня, вот помня себя раньше, чуть ближе к школьному и учебному времени, там колледж, у меня обычно к вечеру разгуливается температура. Утром типа все-все, а вечером как бац. Это, знаете, потому что я сейчас начну что-то делать. Вот. Хочу... Я тебя к кровати просто привяжу, чтобы... Я хочу мангу попробовать сделать. Манго? Мангу. Давай косточку манго посадим. Надо было высушить, хочешь? Нет, ты хочешь манку? Ну, можно, если сделаешь. Ну да, это трудно готовить. У меня никогда не получается. Сейчас попробую по маминому рецепту. Ладно, мы уже болтаем. Не болейте. Всем хорошего дня. Ой. До следующего включения. Пока.